Ежегодно 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1987 году. Для России проблема наркомании является большой угрозой здоровью населения страны, и поэтому об этой проблеме нужно говорить. Наркомания приводит к тотальному поражению личности, сопровождающемуся тяжелыми осложнениями здоровья. Говоря проще, наркоман ставит жирный крест не только на своей жизни, но и делает невыносимой жизнь своей семьи. В Славянской центральной районной больнице уделяется большое внимание пропаганде пагубности наркомании. Мы побывали на акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков. Конечно, у всех у нас есть дети, внуки, у нас есть родственники, друзья. И если мы будем знать об этой проблеме, мы сможем озвучить эту проблему, рассказать, что и как. И поэтому можно будет предупредить. Врач-нарколог рассказала собравшимся, используя и общедоступную информацию, и примеры из личной практики о пагубности пристрастия как к наркотикам, причем без подразделения их по тяжести, так и к неумеренному потреблению спиртных напитков. Проблема никуда не исчезает и не девается, и поэтому мы должны ежедневно напоминать. Это опасно, это нельзя. Это проблема для здоровья и для семьи, и для всего общества. Затем врач-нарколог обстоятельно ответила на вопросы. Все они касались этой злободневной темы. То, что она рассказала, произвело впечатление на присутствующих. Мне очень понравилась лекция, было очень интересно. Многие вопросы очень актуальны, потому что некоторые начинают употреблять алкоголь, наркотики вот как раз-таки в подростковом возрасте, и потом уже не могут остановиться. Как известно, беду, какой и является наркомания, легче предупредить, чем бороться потом с ее последствиями. Поэтому и проводятся такие мероприятия. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».